Всем привет, меня зовут Аружан, я являюсь финалистом программы Flex 23-24, и сегодня мой влог будет касательно темы ПДО. Кто не знает, что такое ПДО, это Pre-Departure Orientation, то есть это программа, трехдневный курс, где нас будут готовить к Америке. И касательно именно меня, мое ПДО будет проходить в Алмате, куда я сегодня направляюсь, в Кустанае. У меня вылет в 5:45, на часах уже 3:40, именно поэтому совсем скоро я уже поеду в аэропорт. Этот блог в первую очередь я снимаю именно для себя, для того, чтобы потом в будущем пересматривать это и вспоминать. Но также и для вас, для тех, кто интересуется программой Flex, возможно, для вас это будет интересно, полезно, познавательно. В общем, смотрите и давайте начнем. В общем, всем привет. Сейчас я иду распечатывать последние документы, которые мне нужны будут с собой на флайт. Information of visa и удостоверение моих родителей. Ксерокопию, вот. И через несколько часов у меня уже вылет. Мне не нравится, что такая погода. Я чувствую, будто бы самолет задержит, не дай бог, я не хочу. Азия не работает, идем искать другое место, где можно распечатать и сделать ксерокопию. В общем, проблему решили. Мой папа приедет просто за мной пораньше, и мы вместе с ним поедем куда-нибудь распечататься, оттуда уже сразу на флайт. Вот так вот. Показываю вам свой чемоданчик. Сумку я купила в Сенсее буквально на днях, специально для полета. На самом деле, я считаю, что это очень удобный вариант, так как туда очень много чего помещается, и потом в будущем я уверена, что буду также ее носить. Мне давно не хватало чего-то такого, мимо шопера и рюкзака. Сделаем анпакинг-чек. У нас папочка, паспорт, документы, академик транскрипт, фото для визы, книжка. Была ее для того, чтобы читать в самолете. Она достаточно маленькая, не занимает много места. Защитные очки, салфетки, удостоверение, деньги. Небольшая косметичка, тут все вещи, которые мне могут понадобиться. Самое нужное. Пусто. Еще одно грустное известие. В предыдущие года все ребята, кто ездил на ПДО, им всегда давали в конце для празднования торт Flex. Походу, в этом году американское посольство решило сэкономить на Казахстане, поэтому на нашем ПДО торта не будет. Ни у астанинских, ни у алматинских торта не будет. Это печально, на самом деле, но я лишь хотела сделать фоточку. Сейчас собираюсь краситься, включу музыку на фон и начну уже краситься. Where are you? I'll be back in the morning. I know that I'm not that important to you, but to me, girl, you're so much more than gorgeous. Вашему вниманию мой самый любимый бронзер от Physicians Formula. Ему уже год, но он такой классный, и у меня тут осталось, ну, немного относительно. Знаю, что я буду без него делать, потому что на Каспе их уже нету. В общем, я доделала свой макияж, и сегодня я поэкспериментировала и захотела сделать более красные губы. Мне кажется, очень выглядит прикольно. Мне кажется, красиво. Теперь мы пакуем с вами оставшиеся вещички. У меня это моя плойка, косметичка, SPF, расческу, зарядное устройство и все. Короче, ребята, это прямое включение с места событий. Смотрите, пожалуйста, что мне одеть в аэропорт. В общем, я одела черную водолазку, свои любимые удобные синие джинсы. И я вот не знаю, одевать мне пиджак сверху, либо оставить его вообще дома в Кустанае. Пойти просто вот так вот. I don't know. Мы уже пролетели больше половины пути. И почти весь путь я работала и читала книжку. Я уже приехала в Кожол, делать будет проходить ПДО, и сейчас будем заселяться в номер. У меня 644. I think that I can do a room tour. Комната. У нас тут три кровати. Эта кровать моя, такая вот красивенькая картина. Кстати, давайте покажу вам вид из окна. Там где-то виднеются горы. Тут у нас такой столик. Рабочий телевизор, моя сумка. Мини-бар, которым нам нельзя пользоваться. Небольшой шкаф. Ванна, моя косметичка. Я.
Туалет и ванна. Могу сказать насчет ПДО. Сегодня мы ездили делать нашу визу. Ездили в американское посольство в Алмате, нам оформили визу, мы стояли без телефонов, без какой-либо электроники, без ничего, несколько часов. Визу оформили очень быстро, все были такие доброжелательные, добренькие, смеялись, в общем, мне понравилось. Была первая лекция, там сейчас у нас будет quiz по teachable, and, я уже на английском у нас, потому что нам нельзя говорить на русском, мы чисто говорим на английском, и полностью ПДО у нас тоже на английском. Вот. В общем, увидимся в следующем кусочке видео. Спускаемся на обед. Почему я с тобой и с Романом? Кайфу. У нас сейчас были лекции до 6. Честно, я чуть не уснула. I had no neighbors. Okay, guys. So I love you when you sing me a song. Yeah, I got love to my bro. Мы проснулись, взяли наши блокнотики, флекс. Идем на завтрак, и потом у нас опять начинается до лекции. Мы сидим на лекции, да. Всем привет! У нас сейчас будет опять лекции после обеда. Мы ждем Оливию. Сидим возле двери. Дочь, у нас уже были лекции до 6. Мы очень сильно устали, если честно. Сейчас пойдем на ужин, и опять будут лекции. Я уже, честно, не могу. Видите, нам дали тёщин язык на ужин. Ура! Дали манты, салат и тёщин язык. Вообще кайф. Давайте, нам предложили, короче, сюда. Острый салат. Okay, we'll leave it a little bit for you. Возьми хлеб. It's a super spicy one. It's on my table. Thank you. Thanks. Thank you. Не остро? 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 Остро. Остро? Все пишут друг другу фотографы на последних страницах учебника. Наш крайний завтрак в Кожоле. Сегодня после обеда мы уже уезжаем. Последний обед на БДУ. Все, мы съезжаем. Пока, наша любимая комната. Провожаем всех. Мы уже с ребятами разъехались по своим домам. Кто-то остался в Алмате, как я, и кто-то разъехался уже по своим городам. Сейчас я еду в Достык Плазу, но уже буду заканчивать свой влог, так как этот влог именно про ПДО. Как вы знаете, у нас были очень достаточно загруженные дни, каждый день были лекции, именно поэтому я снимала не все, абсолютно не все. Надеюсь, что вам понравился все равно этот влог, несмотря ни на что. И давайте всем пока.